В Славянском районе экологическим проблемам всегда уделялось много внимания. В нынешнем году, который в России объявлен годом экологии, на базе станции юных натуралистов уже в 20-й раз прошла школа юного эколога. В дни весенних каникул школьники города и района имели отличную возможность приобщиться к изучению прекрасного, интересного и многогранного мира природы. Чаще всего будут мошки и различные цикады. Кто живет в траве и что из этого следует? А еще интересные знания из таких областей, как почвоведение, орнитология, энтомология, водная экология, экология животных. Все это за несколько дней предстояло узнать слушателям весенней школы экологов Славянского района. Знать и понимать природу, причинно-следственные связи в ней – это очень важно для каждого человека. И вдвойне важно для тех, кто живет в нашей аграрно развитой зоне. Ребята, которые изъявили желание принять участие в школе, в своем большинстве уже обращались к решению экологических задач в повседневной жизни. Я в детстве очень любил заниматься агрономией, выращивал разные огурцы, помидоры. У меня было очень много лунок с ними, плоды тоже давали. По наблюдениям педагогов станции юных натуралистов, многие из тех, кто прошел школу экологов, всерьез начинают интересоваться этой темой. Из таких экскурсий в теорию природоведения рождаются первые научные исследования. А главное, что это помогает расширить кругозор школьников Славянского района и способствует высоким оценкам. Прекрасный заряд к вам, четвертой четверти. Это ваша пятерочка по биологии. На самом деле это прекрасно. Как начнешь четверть, так ее и закончишь. По окончанию школы экологов каждый ее слушатель получил свидетельство об участии, а главное – массу новых знаний и умений. Мария Горошкова, Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».